Отныне те женщины и девушки, которые по разным причинам остались одни с детьми или в интересном положении, могут рассчитывать на неравнодушных читинцев. Врачи женской консультации железнодорожной больницы придумали, как помочь своим подопечным. Сегодня своими планами они поделились с пациентками. Это доска, которая называется «Из рук в руки». Эта доска поможет нам с вами делиться друг с другом какой-то помощью. На этой доске все желающие смогут разместить свои объявления. Например, у кого-то остались лишние вещи или маленькие вещи от своего малыша, либо коляска, кроватка. Такие объявления будут размещаться на этой доске. Многодетная мама Валентина Котлуенко – одна из тех, кто нуждается в помощи. Женщина воспитывает 3 ребятишек, самому маленькому из которых 10 месяцев. Надежды на новшество поликлиники возлагают большие. То, что задержки у нас с деньгами происходят, это одеваться сейчас на весну, книги закупать в школу во 2 класс уже, и в садик канцелярии также нужно. Кроме радостного объявления, женщин в преддверии 8 марта поздравили и многочисленными подарками как для них самих, так и для их детей. Я вообще хочу всем женщинам, не только тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, пожелать прежде всего терпения и доброты со стороны близких, родственников, коллег по работе, друзей. К поздравлениям присоединяются Анастасия Салтанова и Евгений Погорелый. ЗАП ТВ.